Ребятки, всем привет! Доброго времени суток! Мы с Женей здесь вышли погулять вечерком. Но что-то у нас, конечно, прохладно. Но сейчас везде я так смотрю по погоде. Холодно. Прям вообще. Ну, в общем-то, будем гулять. У нас еще приемлемо. Там на югах вообще. Да, дождь, грозы, так что. И температура плюс 4. Нам еще. Да, плюс 14. Вообще. Это в Крыму я смотрела. В общем-то, холодно у нас, ветер, но относительно нормально. То есть нам еще повезло относительно крымских, южных. Да и, по-моему, к Сочи тоже там такая же погода. Кстати, пишите, какая у вас погода. Мне интересно. Цветочки какие-то, цветочки. Красивые цветочки. Где-то прям в углу растут. И две тени такие. Ну, там. Всегда местные жители сидят, отдыхают. Девочки мои дорогие, вышли мы из Пятерочки, купили мороженое. Посмотрите, вот это мороженое 84 рубля. Честно, я бы не сказала, что оно прям там супер-пупер какой-то, навороченное. Ну попробуем, может, у него вкус там, не знаю, мега изысканный. В общем, мы идем дальше. Ну это, конечно, вкусно, но не 84 рубля. Я вам скажу. Идем, а здесь вот такие вот насыпи, этот тополиный пруд. Но пока еще не, ну как, летит, но не так сильно. То есть, как бы, нет такого, что прям в лицо летело. Нормально по ощущениям. А так, конечно, висят они так прям зловеще. Скорее всего, если ветер будет сильный, будут лететь в лицо. Там написано было. Я поняла, вот идем мимо, я говорю, что здесь такое заколочено. Так печально, прям в центре города. Ужас, конечно. Ночью пойдешь, испугаешься. Там еще надписи были непристойные, но я больше взор берегла от них. Старалась. Ну а дальше еще страшнее. Если вот кто-то в нетрезвом состоянии здесь пойдет, то вообще, конечно. Так что. Помните, что алкоголь – это плохо. Лучше ходить в центре города все-таки аккуратно. Ребятки, а здесь, видите, вот получается старая постройка тоже. Я не знаю, прошлый век. Ну, конечно, уже тут немножечко видоизменялось. Окна, видим, пластиковые, но суть осталась прежняя. То есть, как бы вот приятно, приятно наблюдать вот на такие постройки. Здесь вот, кстати, видите домик. Я не помню, показывала или нет. Окна какие красивые. Расписные. Решила поближе показать вам. Видите, все-таки красивое. Получается пересечение Карла Маркса и Достоевского у нас. Сейчас скажет, выйдет кто-то, скажет, что ты мою частную собственность снимаешь. Побежали, Женя. Мы тут не были. Что-то я так медленно иду. А дома не хочешь откусить? Пришли в парк, ребятки. Мало народу здесь. Фонтанчик работает. А людей мало все-таки. Все-таки холодно. Вообще, как удачно, что я куртку надела. Ну то я замерзла бы, вот точно прям. И это мы в июне разговариваем о холоде. Не надо же, так просто. Просто ужас. Лето, ты где? Колонка. Не рабочая, да? Нет. Я просто удивляюсь. Такие еще существуют. Мы все идем домой. Просто не успели сломать ее. Ну да. Я говорю, мы все домой идем, возвращаемся. Нагулялись. Ребятки мои дорогие, Дианы сейчас дома нет. Прямо скучно без нее. Но сегодня мы уже едем ее забирать. Она сейчас гостит у бабушки в деревне. Вот честно скажу, как-то прям одиноко так, не знаю. Несмотря на то, что я все время занята и как бы дел очень много, работы много. Но я знаю, что она как-то у меня рядышком. А это прям скучаю очень сильно, конечно, скучаю. Значит, как-то мы с ней обычно никогда не расставались на такое. Да, даже на короткое время мы практически не расстаемся, то есть очень редко. Вот, поэтому я скучаю.
Девчонки, как я рада, что все-таки мы не поехали на море в июне. Сейчас, ну, действительно, вот смотрю, что там творится. То есть погода, ну, просто ужасная. Мне очень жаль отдыхающих, на самом деле. Люди как бы приехали на курорт, а там так холодно и, можно сказать, печально, да. Печально. Ну, я, конечно, понимаю, что можно найти какую-то альтернативу морю, да, но все-таки люди едут на море, опять-таки. Вот. Но давайте уже о нас, да. Мы на море едем, я уже говорила, если кто-то не слышал, повторяю, на море мы едем в июле. Прямо первые числа июля, и мы уже на море. Вот, так что впереди вас ждет много интересного. Я еще ничего не подготовила, вот честно. Вообще еще ничего не покупала. Может быть, в выходные поедем, не знаю, за вещами, будем что-то покупать. Потому что, ну, действительно, к морю ничего не готово. Кстати, сейчас покажу вам нашу погодку за окном. Солнечно. Не сказать, что прям жарко, но нормально. Переворачиваю. У меня показывает 20 градусов. Ну, ветер сильный, прям очень сильный. Поэтому все-таки не совсем вау, как тепло, несмотря на то, что лето. Но относительно других регионов все-таки нормально. Эти цветочки у нас здесь под окошком. Вот так. Ладно, ребятки, будем заканчивать этот влог. Скоро уже увидимся. Всем пока-пока.